На сегодняшний день существует достаточно широкий диапазон неврологических проявлений и осложнений, вызванных коронавирусом. У 36% инфицированных были зафиксированы неврологические симптомы. В их число входили головные боли, головокружение, потеря вкуса и обоняния, а также судороги и галлюцинации. Поражение нервной системы, вызванное COVID-19, можно разделить на три группы. К первой группе можем отнести проявления со стороны центральной нервной системы, такие как головная боль, головокружение, ишемический инсульт, внутримозговые кровоизлияния, энцефалит, острый миелит, энцефалопатия, а также острый диссеминированный энцефаломиелит с геморрагическими и некротическими изменениями. Ко второй группе относятся поражения периферической нервной системы. Это потеря чувств обоняния и вкуса, нейропатия лицевого нерва, синдром Гиена-Барре. К третьей же группе можно отнести поражение скелетных мышц. Таким образом, по мере распространения пандемии, неврологические осложнения становятся все более очевидными. Однако достаточно сложно установить причинно-следственную связь между коронавирусной инфекцией и возникшим осложнением. Инсульт может происходить по причинам, не связанным с коронавирусной инфекцией, в то время как синдром Гиена-Барре представляет собой параинфекционное явление. По словам специалистов, необходимы дополнительные исследования на больших группах пациентов для более точного понимания механизма развития осложнений и их связи с коронавирусом. Это нужно для дальнейшей разработки схемы лечения и последующей реабилитации инфицированных. Эксперты отмечают, люди, перенесшие COVID-19, должны оставаться под наблюдением врачей, так как в долгосрочной перспективе у пациентов могут развиться поздние осложнения. Наргиз Селимханова, CBC.